После небольшого отпуска футболисты Зоркова вновь на поле. В начале недели они возобновили усиленные тренировки. Команда входит в ритм и готовится к новым играм в ФНЛ. Они начнутся уже в апреле. Времени осталось не так много. Сейчас важно использовать его максимально эффективно. Сейчас мы проходим втягивающий режим. После этого сыграем в зимнем кубке Red Winter Cup, который пройдет как раз на стадионе «Машиностроитель». В феврале месяце мы отправимся на сбор в город Новороссийск. Основная масса футболистов уедет в Новороссийск, а молодежная команда, которая также начала подготовку, она продолжит выступление в этом турнире. Соответственно, после возвращения мы продолжим готовиться уже здесь у нас в Красногорске. Разминка, технический комплекс, игровые упражнения, групповая тактика. По такому сценарию футболистов проходит каждая тренировка. Спортсмены в предвкушении матчей готовы показывать отличный футбол. По словам игроков, настрой в команде боевой. Взят общий курс на победу. Начали готовиться, все ребята с большим желанием, энтузиазмом подошли к тренировочному процессу. Отдых хороший был, плодотворный. С семьей побольше повидались, потому что тот год был тяжелый у нас. А так все задуманное сделали. Мы для себя ставим всегда цели, это шаг за шагом, победу в каждой игре. А если говорить о более глобальных целях, то пока это будет, пока рано об этом говорить, да, мы еще формируемся. Плюс-минус какие-то позиции требуют усиления у нас, поэтому ждем от руководства поставленных задач. Состав Зоркова обязательно пополнится новичками. Тренировки 5 раз в неделю, субботние игры. Для тренеров это еще и возможность оценить потенциальных перспективных игроков, которые станут частью красногорской команды.